Первый ночной велопарад прошел в Саратове в минувшие выходные. Около 300 велосипедистов проехали 20-километровую дистанцию по центральным улицам города. В 9 вечера организованная колонна в сопровождении экипажа ДПС отправилась от сквера Театра драмы. Конечной точкой маршрута стала новая набережная. Туда участники мероприятия приехали к 11 вечера. Поездка обошлась без падений и травм. В Саратове велопарад проводится для популяризации велодвижения. Принять участие в мероприятии мог любой саратовец. Единственным требованием было наличие переднего и заднего фонарей. Организаторы обещают, это не последний велопарад в этом году. Уже в конце августа саратовцы снова смогут стать участниками масштабной велопрогулки. Акция, она носит такой романтичный характер, чтобы кататься на велосипедах в кругу своих знакомых, друзей, познакомиться и провести хорошо время, то есть посмотреть город, насладиться свежим воздухом. Маршрут это около 20 километров по самым таким историчным местам города, по улочкам, по аллеям, по набережной. Самые основные, как бы, запоминающие места для жителей Саратова.